Добрый день или вечер, дорогие наши зрители нашего канала Жано. Вот такой наборчик готов к своему празднику. К нему была еще с Аукели шкатулка, ее забрали пораньше. Забрали и потом решили еще. Сначала хотели со своими корзинами пойти, но когда увидели нашу Аукели шкатулку, решили все-таки взять наши корзины. И вот дополнение. Решили все-таки пойти красиво на Худалах, на Саргасалу. И сделали дополнение, значит, две корзинки и конверт для клатч для денег. Ну, вот в таком. Как говорю, что немножко был у нас карантин, конечно, все были дома, сидели дома, и мероприятия не проводились. Но теперь вот открылись дороги, открылись города, перелеты разрешили. Поэтому вот и, соответственно, и у нас появились новые и заказы, и новые вариации оформления. Вот такая комплектация набора для Худалака. Хочу сказать, что сезон свадеб в разгаре. Вот мероприятие по Саргасалу тоже здесь. Это не от этого. На фотографии это видно, как будто бы на клатче. Это на фатиновом мешочке были пайеточки. Вот так. Оформление у нас вот такое. И такой же бантик в таком же оформлении. И клатч у нас велюровый вот полностью. Тоже с такой же ткани, как и на корзиночке наши. Будьте с нами. Количество и качество, и вид изделий зависит от вашего заказа. Поэтому то, что вы выберете из наших, можете предложить что-то свое. Наши клиенты сами придумывают. Недавно мы там на видео у нас есть такой большой. Сделали большую такую мешок, не мешок, даже большую такую оформили, как корджин, но большой для ковра. Вот он в видео там тоже у нас есть, можете посмотреть. Поэтому любое изделие, которое хотят наши клиенты, мы стараемся сделать. В общем, дает нам размеры, и мы стараемся делать вот такой наборчик. Будьте с нами, подписывайтесь на канал Жанур. Жанур творит для вас с любовью.